Доброе утро. Сейчас 5 часов 15 минут. И вместо 8 часов, которые мне говорили, что мы будем в Харькове, во Львове, мы прибываем во Львов. В 5 часов 15 минут. Хотя, когда меня будил проводник, он сказал, что в 4:45 мы будем уже во Львове. Ну, в общем, я не знаю, с чем это связано. Но это все немножко странно. Вчера вечером, когда я договаривалась со своим бусиком в дом Мукачева, ребята мне сказали, что мы сейчас выезжаем из Киева, мы не знаем, будем ли мы вас ждать, потому что, может быть, мы приедем раньше, чем 8 часов во Львов. В общем, сейчас я буду им звонить, говорить, что я уже во Львове. Заберите меня тоже, не оставляйте меня во Львове, мне тоже надо в Мукачево. В общем, такая вот история. Я вчера ложилась спать и думала, что все должно быть хорошо. Ну, как-то же все должно устроиться. Не может же быть все так с такими приключениями-трудностями. В общем, вот она, Львов. Сейчас, если успею, даже что-нибудь погуляю. Сейчас, наверное, расцветет. Хотя уже довольно светло, но облачно. Вот такая вот история. Вот это поезд, на котором я приехала. Я была когда-то во Львове, очень давно. Это вокзал, вот мне влево идти, вот туда. Такой. Я уже вышла на привокзальную площадь. Первое, что меня спросили, может быть, вам нужно в Трусковец. А мне вообще нужен экскурсовод, чтобы часик покататься. И уже ехать на встречу со своими ребятами, которые повезут меня в Мукачево. Такой старенький, добренький львовский вокзал. Плюс 17 сейчас во Львове. Хорошая погода. Думаете, в 6 утра бывает что-то открыто, да? Это когда-то в советские времена, в 43-м году, в 37-м, это был склад ядохимикатов. Ой, боже мой, это же такое красивое здание. Это теперь... А какого оно века, вы не знаете? Это 1813-й. Ну, это еще австрийский. Это австрийское строение. Можно я окно открою? Можно. Сейчас красота центра города. Красонышко встает. За этими домами. За этими домами. И справа будет наверху так церковь мира. Не подали. Цирк на победе. Цирк в цирке, да? Это театр советской армии был когда-то. Что-то ведь не действующий, да? Нет. Сейчас на ремонт. На ремонт. Вот это церковь Анны. Не удивляйтесь, я когда-то слышал четко на границу выезд. Ой, вот тоже брутальное здание, красненькое. Это тоже старое здание. Это у нас Волжский университет милиции. Вот они неладные. И сразу же СИЗО. Все рядышком. Все рядышком. В центре города. Это мы практически в центре города. Через центр города поедем. Оперный театр, да? Да. Это два таких, в Одессе и в Одессе. А я думаю, что-то мне напоминает. Они практически, вот он же стоит на речке, речка внизу. Танчики работают.
памятник королю Данилу. Это, да? Да, здание. Да, да. Подбили, потому что надо было империю построить. И вот так люди торгуются, сидя на машинке. Да. Ну, знаете, кстати, хорошая идея. Может, мне надо было цветы купить. Ну, я уже там, наверное, куплю. Это как бы граница Львова, да, да, была? Да. Это просто... Это называется как это? Потом... Крепостная стена, да, крепость. Потом уже Львов продвинулся туда. Вот такие часы. Цветочные. Да, но я не успела их снять. По книгам. Стоит. Вот таблайчик, это парчик. Это арсенал, сейчас музей. Вот это красное здание? Да, это военный музей. Угу. Какое оружие было когда-то стоило. Приходишь, стучишься, тебе открывают окно, спрашивают, бандера не бандера, москаль не москаль. Заходишь, там все. А если москаль-то не пускают? Почему? Просто пускают? Ему, просто ему водки не дают сразу. А, потом только, а да? Так, если не москаль, сразу ему стакан водки. Входной билет? Да. Ну, прикольно, прикольно. Это ж круто. Я... Бюджет экономит, наверное. Не реагируют, никто не рассказывает. Мы не рассказываем. Сейчас реконструкцию проводят. Вот это Зеленцово-Бор, вот поезд. Красивые дуи, прям такие, забор красивый. Правда, больше ничего не видно. Дуло торчат. Ну да. Забор такой. Забор красивый. Это был Львовский автобус. Львовский завод. Был, то сейчас он уже не делает автобусы, да? Подождите, а видите, какое здание сейчас сделали?
Там вон развалили, вот это, натянули, чтобы... Да-да-да, чтобы... Это петровские деревни, знаете, натянули, чтобы не видно было. Да, чтобы не видно было. Львовский троллейбус, львовского производства. Ага. Желтенький, да? Да, вот это. Это львовского производства троллейбус. Первые... Ничего не срасталось, честно сказать, ничего не срасталось заранее, ничего нельзя было предсказать, все было чисто на авось, но все-таки это получилось. Поезд, который мне говорили, что он придет в 8 утра во Львов, он пришел в 5:15, не знаю, как это возможно, но там какая-то путаница с номерами. Машина, которая, ребята мне говорили, что мы едем в Мукачево, но навряд ли мы вас дождемся, потому что вы приедете позже. Мы практически с ними в одно время приехали. То есть я еще успела покататься по Львову минут 40 на такси. Что-то там успела даже немножечко отснять. И приехала, и мы еще ждали ребят. То есть они подъехали еще позже. А ребята эти, это группа, кавер-группа из Киева, Элтон Клэптон, очень какая-то очень известная группа, я не знаю, они такие крутые, у них там такой солист Игорь с такими, таким голосом, он пел буквально вчера в Спартпалас в Киеве с оркестром симфоническим. В общем, я слышала кусочек записи, это было что-то вообще фантастическое, мне очень понравилось, как он поет. Фотографироваться с ними, честно, было жалко, потому что они такие замучены, и я тоже такая слегка подзамучена. Всю ночь все-таки в дороге, мне было жалко их, они такие все полусонные, помятые, спящие. Вот, не думаю, что вечером они будут сегодня уже красавчики. Познакомилась с их продюсером, и Сергей, такой очень приятный молодой человек, интересный, работал в продажах, сотрудничал с телекоммуникационными компаниями 2 года, а сейчас вот занимается, продюсирует несколько групп, в том числе вот Элтон Клэптон. В общем, я уже подписалась на них в Инстаграм, такие прикольные ребята, молодцы. В общем, не знаю, столько сегодня будет еще интересного, постараюсь все это отснять, если получится. Опыта, мне, конечно, в съемках не так много, но буду стараться.